Вкуснейшая куриная грудка на обед либо ужин. Можно подать как к праздничному столу, так и к повседневному. В чашку для смешивания добавьте 100 грамм сметаны, 1 яйцо, 1 чайную ложку горчицы, чеснок, 3 зубчика измельченный, соль и перец по вкусу, 1 чайную ложку паприки и 1 чайную ложку молотого кориандра. Все хорошо перемешайте. Далее возьмите 2 куриных грудки и разрежьте на небольшие кусочки. Вот такие вот примерно кусочки должны быть. Далее куриную грудку выложите в ранее подготовленный соус. И все хорошо перемешайте. Добавьте 2 столовые ложки соевого соуса. И уберите в холодильник на 2 часа для маринации. По истечению времени добавьте 3-4 столовые ложки муки. Все хорошо перемешайте. Далее с помощью вилки выложите куриную грудку в сковороду. Жарить на среднем огне с 2 сторон до золотистой корочки. Куриная грудка получается восхитительно вкусной. Обязательно попробуйте. Всем желаю приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.